Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Готовим просто и вкусно». Классический рецепт печенья, приготовленного из рассыпчатого песочного теста с начинкой из варенья. Это печенье меня заинтересовало тем, что оно идет как бы с наполнителем, то есть с прослойкой. Начинка может быть любое густое варенье, джем или даже вареная сгущенка. Начну с того, что отделю белки от желтков трех яиц. Белки пока отставлю в сторону, они пригодятся чуть позже. К желткам добавляю 150 грамм сахара и миксером перемешиваю до однородного состояния. Вливаю 120 грамм растопленного маргарина и опять перемешиваю. Добавляю пол чайной ложки соды, 1 чайную ложку соли и всыпаю 1 стакан муки. Стакан у меня стандартный, 250 мл. С помощью миксера перемешиваю немного и дальше вымешиваю тесто руками. Отделяю 1/4 часть теста, помещаю его в пакет и убираю в морозилку минут на 30. Оставшееся тесто выкладываю в форму и равномерно распределяю его по дну формы. Затем сверху выкладываю густое варенье, у меня клубничное. 4-5 столовых ложек вполне хватит. 50 грамм миндаля измельчаю достаточно мелко, но не до состояния муки. Теперь мне необходимо взбить отделенные в самом начале белки. Белки взбиваю до увеличения в объеме. Высыпаю к белкам молотый миндаль и очень аккуратно лопаткой перемешиваю. Белково-ореховую смесь выкладываю ровным слоем на варенье. Тру на крупной терке то тесто, которое было в морозилке, и посыпаю им сверху белково-ореховую смесь. Убираю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 30-35. По готовности пирог необходимо остудить и нарезать. Горячим не получится его нарезать на порционные кусочки. Приятного аппетита и до новых встреч на канале «Готовим просто и вкусно».